Здесь можно создавать свой кастомный товар для, допустим, для категории овощей. Кликаем вот корзиной плюс корзиной, и выходит у нас вот наша панелечка такая. Мы сюда кликаем, в первое поле вводим название там товара, допустим, да, вводим количество, хотя можем количество и единицы измерения не выбирать. И выбираем, допустим, килограмм. И вот тут есть такая надпись: выберите категорию, те овощи, приписка стоит. Кликаем по трем точкам, и вот выезжает такая панель с категориями, где мы, ну, если мы не хотим ничего выбирать, мы можем сверху на стрелку кликнуть, и оно сворачивается. Но давайте выберем фастфуд. И пожалуйста. Также информацию можно все это удалить, которую мы ввели. Для этого кликаем по крестику. И пожалуйста, все удалилось, а категория поменялась на первоначальную, на ту, в которой мы находимся. Давайте введем снова название. Выводим количество. И килограмм. Давайте добавим. И пожалуйста, во-первых, информация сверху обновилась в количестве, и внизу добавился наш товар. Также мы можем все эти товары, которые в категории овощи находятся, добавить в избранное, и они сформируются на экране избранные товары в отдельную категорию овощи. Кликаем. Видите, обновляется информация, заходим в избранное. И вот наша категория овощи. Заходим в категорию. Пожалуйста. Итак, давайте в списке покупок овощей опять вернемся. Также мы можем добавить сразу все товары в один шаблон какой-то. Кликаем вот по дискетке и выбираем, допустим, первый шаблон и добавляем. Все это то же самое. Переходим, допустим, в шаблон, выходим в первый шаблон. Видите, также 15 товаров. И что самое интересное, они также сформировались в категорию овощи. Давайте вернемся в список покупок. В овощи заходим. Также мы можем удалить все товары из категории овощи. Для этого кликаем по перечеркнутой корзине. И все товары удалены, о чем ведь выходит сообщение. Но мы можем загрузить, как вы помните, мы сохранили все наши товары в шаблон первый. Мы можем загрузить эти все товары в список покупок из нашего шаблона. Для этого кликаем вот по этой кнопке и выбираем первый шаблон. Мы можем другой любой выбрать, но мы первый выберем и загружим. И пожалуйста, все товары загрузились, информация обновилась. Ну и стрелка назад — это выход на один шаг назад, это то есть выходим в нашей категории.